Александру Куцевол обвинили в смерти Олега Яковлева. Гражданская жена артиста стала главной обвиняемой в смерти певца. По мнению племянницы Олега, его сожительница не занималась его здоровьем и нещадно отправляла его на гастроли. Татьяна Яковлева празднует победу. Из Сербии пришел документ, согласно которому брак между дядей и Сашей Куцевол не был заключен. Это официальный ответ. Министерство иностранных дел Республики Сербия, консульский департамент, свидетельствуя уважение посольству Российской Федерации, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, имеет честь передать сообщение городской администрации города Чачак о том, что актовая запись о заключении брака номер 39392382 от 2012 года между Олегом Жамсараевичем Яковлевым и Александрой Валерьевной Куцевол не внесена в реестр ЗАГС города Чачак. Записи в ЗАГСе об их регистрации нет. То есть гражданская жена артиста не сможет претендовать на наследство. Кроме того, во время записи программы «Мужское-женское» Татьяна практически назвала Сашу виновницей смерти артиста. По словам племянницы, ее дядя давно плохо выглядел, но его сожительница вместо того, чтобы настоять на лечении, отправляла его на гастроли. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!